Ясная горка. Колбасы и деликатесы из мяса птицы от птицефабрики «Пермская». А вот так открыл холодильник и застыл, обозревая все его внутреннее содержание. Не то спросить, чего хочется, не то вкусить, не то. Совсем я говорю, но каждый из нас, согласитесь, заставал себя за таким занятием непроизвольно, безотчетно, ближе к полуночи. Но не суть. Здравствуйте, дорогие друзья. Что бы ни было настоящей причиной нашего такого труднообъяснимого поведения, вполне возможно, это продовольственная вариация на тему «Мы выбираем, нас выбирают». Как это часто не совпадает. Да-да, оказывается, бывают пары продуктов, буквально созданные друг для друга, подчеркивающие полезные свойства, вернее, открывающие нам доступ к собственной полезной кладовой. Так, лук или чеснок, добавленные на бутерброд из цельнозернового хлеба, помогают нам добраться до железа и цинка, которого в цельных зернах предостаточно. Зеленый чай имеет особый антиоксидант, защищающий от болезни Альцгеймера и от рака, но делает его особенно эффективным, не поверите, черный перец. Не хотите, чтобы ваш чай имел перечный вкус? Маринуйте в нем мясо. Зеленый чай, имбирь и черный перец. Отличный маринад. Кстати, прекрасно работает черный перец и с куркумой. Ее еще называют исцеляющей специей. Мощный антиоксидант, куркумин, обладает противовоспалительным, антибактериальным, антисептическим действием, но быстро разрушается и выводится из организма. А черный перец делает его биодоступнее в 1000 раз. Далее, употребление чеснока с рыбьим жиром снижает уровень холестерина, так что лосось плюс чеснок – это и вкусно, и полезно. Так же полезно, как помидоры плюс оливковое масло. С хорошим холестерином все становится хорошо, с плохим – плохо. Причем именно оливковое. Исследования показали, подсолнечное масло к томатам равнодушно. И наоборот. Но неравнодушны помидоры к брокколи. Вместе они еще активнее борются со зловредными новообразованиями, чем поодиночке. И только одно из наших самых, пожалуй, популярных вкусовых содружеств – помидоры и огурцы – меня крепко разочаровало. Даже того, что они нейтрально относятся друг к другу, не скажешь. Практические враги. Полезные вещества не усваиваются, соли откладываются, витамины разрушаются. Вот мы и нашли томатам другую компанию. Получилось славно. Салат с помидорами и курицей. Помидоры нарезать довольно крупно, соединить с полукольцами красного лука, зеленым салатным миксом, отваренный брокколи, нарезанной куриной копченой грудкой. Соль, перец по вкусу, заправить оливковым маслом. Приятного аппетита и счастья, и здоровья полными холодильниками. Ведь еда – это одно из основных условий грамотного отношения к себе. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!